нашої студії завітав наш постійний гість, експерт, хірург-подолог Олександр Неділєв. Вітаємо Доброе вас. Утро. Доброе утро. Як ми вже дізналися з актуального сюжету, що варто підібрати правильне взуття, але є така проблема, як мозолі та натоптищі. Хотілося б в першу чергу розібратися, що ж це таке і взагалі основне поняття цієї проблеми. Натоптиш. Натоптиш, або так називаємо суха мозоль, це появление уплотнений. Уплотнений на поверхности части кожи стопы, которая возникает из-за неправильного длительного давления на эти участки или механического трения. Угу. Як часто виникає ця проблема і у якому віці? В каком возрасте, в принципе, здесь нет каких-то особых моментов. Тобто как всі у зоні ризику. Да, да. Особенно большая часть – это наша прекрасная половина человечества. Почему? Потому что они предпочитают своему здоровью все-таки красоту, да, выбирая модельную обувь для ношения в повседневной жизни. Ну, вот, ведь нормальные показатели каблучка все-таки это 2-4 сантиметра. Да, и модельная обувь не предназначена для ношения в повседневной жизни. Еще один момент – это лишний вес. Да, которая может способствовать чрезмерному давлению на определенные участки стопы. Естественно, это неправильно подобранная обувь, некачественная, узкая. Вот, и какие-то анатомические особенности, либо травмы, либо заболевания. Заболевания мелких суставов стопы, заболевания больших суставов, заболевания позвоночника. Этим в основном страдают больше возрастная категория. Да, нашего человечества, и все это меняет биомеханику стопы, приводя к чрезмерным нагрузкам на определенные участки, что и вызывает появление вот таких вот нагрубений, так называемых вот этих натоптышей. Щодо вибору взуття, хотілося б від вас почути, якою має бути оптимальна висота каблука, оптимальна форма взуття, для того, щоб дійсно наші ноги відчували себе комфортно, але також вірячи у реалії, щоб це було ще й стильно. Смотрите. Стопа. Стопа – это очень интересный орган, орган, который позиционирует нас в пространстве. Некая амортизирующая такая составляющая, где вес, практически 70-80% веса переносится на пятку. Ведь анатомически и обусловлена более грубая кость, более грубые сочленения, передний же отдел стопы, мелкие суставы, и они принимают на себя лишь процентов 20 веса. И когда идет неправильный подбор обуви, особенно выбор в сторону модельной обуви, весь вес, вот эти 80%, они переносятся на переднюю часть стопы, и вы практически ходите на носочках целый день. Ось щодо всього, що ми ходимо на шпильках, хотілося б дізнатися, чи є якась оптимальна кількість годин, яку можна все ж таки дівчатам, тому що дівчата повністю від підборів не можуть відмовитись, але чи можна декілька годин на день все ж таки проводити у такому взутті? Я вам скажу, навіть не декілька годин, а модельну, красиву обувь потрібно надівати лише по якомусь випадку. І все. В повсякденній житті краще носити удобну обувь, тому що как раз вот неправильный подбор обуви является одним из самых распространенных ошибок, самых основных моментов, которые и приводят к образованию вот этих неприятных заболеваний, которые вызывают и болезненные ощущения, и чувство жжения в стопе. Ви сказали, що оптимальна висота підборів – це 2-4 сантиметри, але деякі дівчата, піклуючись про свої ніжки, обирають повністю плоску підошву, кажучи, що без підборів вони їхні ноги будуть відчувати себе комфортніше. Это тоже неверно. Здесь, опять же, мы углубляемся в биомеханику стопы, и при движении все-таки лучше, чтобы какая-то амортизирующая поверхность под пяткой была. Ну, приблизительно где-то 2-4 сантиметра – это тот оптимальный размер, который обеспечит вашим ножкам все-таки длительное здоровье. Зараз виробники взуття також пропонують такий новий бренд, як ортопедичні устілки. Вони кажуть, що вони можуть вирішити абсолютно будь-яку проблему, висоту підборів, форму взуття, що якщо їх покласти у взуття, ти будеш відчувати себе комфортно і ноги також. Ортопедичні стільки використовуються лише при якихось особих показаннях. Ведь
Правильная стелька, даже ортопедическая, это индивидуально подобранная под вас. Штампуя стельки, в основном производители гонятся за прибылью, не учитывая индивидуально вашу биомеханику стопы. То есть иногда нужно разгрузить больше передний отдел, да, иногда нужно разгрузить больше задний отдел, иногда нужно стабилизировать какие-то варианты плоскостопия, например, потому что это тоже один из вариантов, почему и появляются на топ-тише. Тобто ви б порадили перш ніж обирати такі устілки і взагалі взуття звернутися до спеціаліста. Рекомендовано обратиться спочатку до спеціаліста, дабы розібратися з поняттям біомеханіки стопи, з поняттям індивідуально вашої стопи, і тоді ми зможемо посоветувати вам правильно підібрати стільку. Окрім загрози естетичної, яку ще загрозу несуть собі мозолі? Груба частина кожи має свойство трескаться. Трещина – это как рана. Рана – это открытые ворота для инфекции. И вовремя не ухаживая, вовремя не обрабатывая, не обращаясь к специалисту, вы рискуете занести инфекцию в стопу, и что может привести к нехорошим последствиям в дальнейшем. Особенно это очень опасно для людей, которые страдают сахарным диабетом, ведь любая рана, любая трещина на стопе и является первопричиной появления синдрома диабетической стопы. Це те, про що ми спілкувалися у наших минулих ефірах. А що б ви порадили нашим телеглядачам, якщо у них з'являються такі мозолисті утворення на ногах, як їх уникнути і як їх можна вилікувати? Тоже в зависимости от того, какая мозоль. Мозоль бывает обычная сухая, а бывает стержневая. При обычной сухой мозоли, обычном на топтыше, можно обрабатывать ее дома самостоятельно, распарив ножки в специальном растворе сода, морская соль, механически удалив ее хотя бы на уровне пемзы. Если вы не справляетесь дома, можно обратиться к специалисту, использовать какие-то кератолитические крема, мази на основе мочевины, которые увлажняют кожу. Если это мозоль стержневая, это особый вид мозоли, самостоятельно очень тяжело ее убрать, рекомендуется все-таки обратиться к доктору, где в стерильных условиях это можно вырезать, убрать, либо, используя какие-то варианты аппаратного педикюра, очистить эту зону. Ведь еще одной причиной появления непосредственно стержневой мозоли может быть и вирус. Вирус, который требует приема специальных медикаментов. Дякуємо за нашу сьогоднішню розмову. І наостанок хотілося б від вас звернення до наших телеглядачів декілька порад по догляду за їхніми ніжками у повсякденному житті. Рекомендую правильно підбирати м'яку, удобну, комфортну для вас обув. Соблюдати розміри каблука, це приблизно 2-4 см, розгружати свої ножками, свої ножки ортопедичними якимись стільками і давати відпочинок своїм ножкам.